Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so, live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. Discovering the secrets of the world is the only way to live. Уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Мегакол. Мы продолжаем проходить Rise of the Tomb Raider. Мы с вами остановились на том, что пособирали всякие ништяки с советской базы. Я думаю, что вот здесь вот мы с вами закончили уже совсем. Вот именно вот в этой зоне. Ну, кроме вот я забыл, там тайник с монетами. И вот сюда. Но вот сюда я пока что проникнуть просто так не могу. Поэтому мы будем двигаться вот сюда, соберем все вот это. Ну и к тому же здесь у меня сюжет. Вот, и прямо сейчас туда мы и отправимся. У меня... Есть, конечно, задание одно, которое я должен выполнить для человека, но понятия не имею, где найти птицу, которую, блин, там с инфой. Вот, кстати, вот сюда можно еще тоже зайти. Типа, почему бы и нет? Здесь еще не были, сейчас посмотрим, что здесь. Не думаю, что что-то интересное. Это склеп. Это, кстати, склеп. Давайте проверим. Это, короче, склеп, в котором, скорее всего, будет находиться какая-то часть древнего оружия. Вот как раз, по-моему, я ее только что и обследовал. Или нет? Ну, в любом случае, проходов здесь нету. И никуда я здесь не пройду. Поэтому, нафиг надо. Вот, ну и идем на сюжет. Я думаю, что тогда в той части вот этого завода... Что бы это ни было, я уже все соберу. Потому что теперь у меня есть веревка. И тогда уже будем... Да, заберитесь на крышами дополнительного завода. Как раз вот, вот это нужно сделать, чтобы туда проникнуть. Других путей прохода нет. Вот, и, естественно, я начну с... Да. Собирательства. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там. Хорошо. Ну, Яков вроде подтвердил свою лояльность, то есть он адекватный и добрый, и вроде как на моей стороне. Ну, как бы не на моей стороне, но... Во всяком случае, он не будет со мной что-то плохое делать. То есть он волнуется за свою деревню, а я как бы волнуюсь за деревню и за... Понятное дело, секретом. Господи, простите. Реликвия. Еще одна реликвия. Еще одна статуэтка, только похожа на игровую фигурку. Выглядит знакомо. Где-то я такие уже видела. Так, документ. То есть я сейчас в любом случае все облутаю. Но я знаю, где что находится. То есть мне это как бы не в новизну, скажем. Потому что карты-то элитные. Вот, но это на русском? Это русский, мне надо третий русский поднять. Прошу вас обратить особое внимание на это донесение. Оно касается сделанного нами невероятного открытия. На одной из глубоких разработок шахтеры пробурили проход в огромную пещеру, полную невиданных развалин и реликвий. Как ни странно, сильнее всего это открытие повлияло на рабочих, набранных из местных жителей. Они определенно знают что-то об этих развалинах. У меня стойкое ощущение, что мы стоим на пороге еще более великого открытия,
поэтому мы переводим заключенных на круглосуточный режим работы. Отлично просто, вы гениальные. Просто гениальные. А что это зеленые травы, а? Древесина, утиль. Ладно. Такие, ну и короче, они хорошо работают, поэтому пусть работают всегда. Ну, отлично просто, круглосуточный режим работы. Гениально. Ну, так никогда никто ничего не сделает, на самом деле. Ну, хорошо, качественно. Бесполезно абсолютно. Там вроде лестница какая-то есть. Но еще я могу просто здесь запрыгнуть. Так, главное не пропустить ничего. Там куча реликвий здесь. Кстати, давайте посчитаем. Мне нужно собрать еще сколько? 6 реликвий. Раз, два, три, четыре. 4 реликвии, я только знаю. То есть 2 еще где-то сокрыты для меня. Ну ладно. Но я говорю, я уже понял это в предыдущей серии, что вот эта сама по себе вся локация, она как бы проходной двор, скажем так. Я думаю, что я буду сюда возвращаться еще очень много раз. Тут дофигища всего, кстати. Во, вот эти плакаты, которые мне надо срывать. Можно я узнаю, как это сделать? Мне задание здесь. Так, сейчас задание. Вот, испытание. Сожжены. Чем? Я должен найти бензин где-то или что? Здесь нет ничего взрывабельного. А смысл в том, наверное, что я должен найти сейчас где-то здесь. Или потом у меня какое-то оружие будет, типа там, огнемет, не знаю. Не, ну тут вообще не огнемет, тут вообще дробовик будет. Ну, потому что как бы это логично. Лук, пистолет, автомат и дробовик, как это было в предыдущей части. Гробница испытаний. Как будто для зверей. Не думаю, что Анна разделяет нашу веру. Она здесь по другой причине. Она запуталась. Я понимаю, сам был таким. Но у каждого из нас тут своя роль. Решил обойти территорию, поискать, кого еще убить. И точно поймал одну из потомков. Торопиться не стал. Убивал голыми руками, чтобы увидеть, как из нее выходит свет. Ждал, пока она совсем не остынет. Волшебно. Константин говорит, что с Источником мы будем жить вечно, что наконец заглянем Богу в глаза, а я уже заглянул. Мое место здесь. Я так долго искал его, но все же нашел. Я дома. Отлично просто, просто превосходно. Гробница где-то рядом. Я думаю, что я найду вход где-нибудь. Нет, здесь. Да ты издеваешься. А, коктейль Молотова, тоже вариант. Будет весьма опасно. Много... Так вот, прекрасно повезло. Ага. Первый контакт произошел в шахте. И они бросили все силы на добычу. Требует ткань и бутылка. То есть я могу просто брать бутылку, скажем. Да, но бутылку надо находить. Ты же ее видел. Найдем офисе и пошли к остальным. Ладно, начинаем искать. Что там с беглецами? Бесишь, дядя. Бесишь. Коктейль Молотова, видите, можно сделать. Теперь угадайте, как мне нужно сжечь этот флаг. Ну, плакат, то есть. То есть я сейчас возьму просто бутылку, короче. Пойду туда, вернусь, сожгу.
Главное, что она в руках ее держит, получается, при... Она ее бросила. Почему она ее бросила? Только, короче, хотел сказать, что она держит бутылку по-любому. Тут она берет, и ее, короче, теряет. Так, делаем коктейль Молотова. Паучи. Да, сожгите все плакаты с пропагандой советской космонавтики. Ну, знаете, для патриотов это как-то, видимо, должно быть вообще обидно, но мне так по барабану вообще. Просто сам сюжет игры, как бы, писался одной женщиной, которая не совсем любит Россию, и, ну, тут, как бы, есть немного логики в этом. Не знаю, возьму еще бутылку, если найду какой-нибудь там плакат. Так, вот это, как я понимаю, сейчас имеется в виду вот это вот место. Да, это, короче, похоже на... Это похоже на гробницу. Ну, то есть это, походу, вход должен быть в гробницу где-то здесь. Это значит, что мне надо попасть сюда. А я попал сюда. Опа. Магия! Блин, она иногда взламывает, иногда ломает. Какая разница-то? Она может и так. Из этих ящиков выпадают одни эти... Патроны там. А это она ломает. Это одинаковые абсолютно просто ящики. Абсолютно одинаковые. Деталь блочного лука. Осталась одна, понятия не имею, что за блочный лук, так и не понял. Так, а здесь вход в гробницу какую-то. Сейчас будем туда проникать. Найдем еще навык. Ну давай. Освещение еще раз. Похоже на урановый смог. Ага, это урановый рудник. Картам. Карта документов и фресок в этой территории. Боже мой, все такое древнее. Что же они нашли там внизу? Сейчас узнаем, что нашли. Я надеюсь найти еще две реликвии. Мне не нужны как раз. Так, я сейчас хочу сюда. Здесь, кроме этого, вроде как ничего нету. Я надеюсь на какой-нибудь полезный навык. Потому что большинство, которые я что-то подбирал, они как бы полезные, но ни разу мне не понадобились. Так, вот здесь что-то есть. Это либо документ, это, скорее всего, реликвия какая-нибудь. Нет. Оно мигает, значит, это она будет выкапывать. Это какая-нибудь... Это коробка с монетами? А, ну это, я понял, это аварийная хрень. Аварийный тайник. Там поверху мне, скорее всего, надо будет идти еще. Это видно. Дофига бутылок. Ну, да. Понял. На, получи. О, господи. Да вот только не падай, а. Ну? Да ладно. Да ты серьезно? И куда я упаду?
сидеть. Ну и вход. Мне тоже не нравится. Куда я иду? Это выход, наверное, да? Но это очень похоже на выход, я пойду в другую сторону. То есть у меня такое ощущение, что я просто по этому пути должен буду из этой гробницы выбираться. А вот это что такое? А, это я как раз спустился здесь, да, все, хорошо. Еще артефакты. Похоже, они сделали пролом в старый коридор. Надо бы самой взглянуть. Всякие тайники, блин, нахожу, офигеть просто. Столько всего. Но это, кстати, на гробницу. Не, ну это гробница. Но у меня такой вопрос. Я найду сегодня... Я сюда спускался, да? Я найду сегодня что-нибудь, что мне понадобится. Например, гробница. Это не похоже на гробницу, это просто шахта. В которой вполне вероятно будет находиться что-то типа... Я не знаю, там, скорее всего, саркофаг, в котором обычно находятся всякие такие вещи. Или вот эта плашка, да? Она будет... принадлежала солдату Красной Армии. Маркировку не могу разобрать. Она еще наполовину полная. Наверное, мне еще успеет пригодиться. Так, вот бухать только не надо здесь. Как русский артефакт, интересно. Ой, как артефакт вообще может помочь? Так, ну как-то вот так-то делается. А, я не сделал, я просто кинул бутылку, я ж гениален. Вот так. Уизи. Почему она упала? Это тупо. Невидимые стены не нужно делать. Это очень глупо делать. Невидимые стены плохо. Даже если туда, допустим, еще пройти нельзя. Все равно невидимые стены, это плохо. Значит, мне не нужно вообще давать прыгать даже. А, ну вон как раз то, что мне нужно. Ну да, я говорю, она просто будет стоять где-нибудь. Она находится где-то там. Ну это не какое-то красивое сооружение, это просто отвратительная какая-то шахта. Если раньше все было красиво, сейчас что-то как-то не очень. Горный инструмент и самодельное оружие. Нельзя больше ждать, когда почему наши греческие-то? Братья снаружи перейдут к действиям. Красные обнаружили здесь нечто более ценное, чем эта ядовитая руда. Они нашли и осквернили могилы наших праотцов. Это последняя капля. Сначала мы думали, что древние стражи восстанут и покарают наших мучителей. Теперь я понял, что это нам суждено стать орудием Божьего возмездия. Мы прячем кирки и топоры и копим силы. Очень скоро те из нас, кто еще может драться, восстанут и перебьют наших угнетателей, пока они не стерли с лица земли наше прошлое и настоящее. Почему греческий, я не понимаю. Почему, мать твою, греческий? Серьезно, греческий? Это русская хрень. Там написано на русском, это советская шахта. Найдены секреты. Какие секреты? Какие-то классные, видимо, секреты. Так. Это я из-за этого сюда пришел, да? Вроде. Ай-яй-яй-яй. Не надо так падать, не надо, не люблю, когда так происходит. Так, надо еще воду остановить. Как остановить воду? Мне надо найти лагерь и что-то сделать, потому что у меня просто полное, я ничего не собираю толком. Надо сумку сделать. Надо сделать сумку побольше. Там взрыватель вроде должен быть у меня. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям.
По идее, где-то здесь должен быть еще документ. Да. Вот оно. Так близко. Надо как-то пробраться внутрь. Ну да, такое стекло, конечно, не сломать. Опять греческий. Когда урановая руда почти иссякла, я всерьез опасался, что командование свернет проект. Но когда мы уже собирались закрыть шахту, вмешалась сама судьба. Мы нашли некое помещение, пострадавшее от обвала, но явно созданное человеком. Внутри находились древние предметы и объекты, к которым никто не прикасался с того дня, как гробницу запечатали почти 1000 лет назад. Мы удвоили усилия. Рабочие вместо добычи руды ищут и извлекают из гробницы артефакты. Местные снова поднимают шум, как будто не хотят, чтобы кто-то увидел эти реликвии. Придется примерно наказать пару юнцов, пока недовольство не переросло в бунт. Писал русский человек, дает греческий. Греческий! Какого черта, я не понимаю? Че это за бред? Это тупо. Веревка. Рудничные тележки. Нельзя ли перекрыть воду ими? Ну, как можно увидеть, выстрелом не поможешь. Зато прыжком поможешь. Ага. Вода перекрыта. Надо найти способ перекрыть ее полностью. Брось. Да брось. А, заспамить все равно обратно. Так, план Б какой у нас? Надо высвободить еще одну тележку. У нас есть еще такой план, нет? Просто. Надо высвободить еще одну тележку. Эрес. Значит, сама сейчас докатится, наверное. А, ну. Ну, мне это не даст ничего. Она упадет просто и все. Да. Тупо. Что сделать-то надо? Я не понимаю меня. Не, головоломки классные, конечно. Предыдущая была ужасная. Вот это еще более-менее. Так, а с чем я вообще могу контактировать? Это что такое там? Там потому что что-то есть. Слышь, не-не-не-не-не, я это не пропущу. Мне это нужно. Еще одна фреска. Русский пока... Да, спасибо. У меня почти третий. Так, здесь вот что-то мне доступно сейчас будет наверняка. Ага. Тут еще аварийный тайник один. Но это там внутри, когда я туда попаду. Так, что я могу, с чем точнее я могу это соединить? Ну, не с этим, понятное дело. Мне бы вообще как-нибудь вот туда вот попасть. Что отсюда? Ну я мало что отсюда могу сделать. А, я придумал. Я все придумал. Сейчас все будет. Лицезрите этот геймплей. Я не знаю, сработает это или нет, но у меня вроде как план есть. У меня вроде как все сейчас сделаю, но я не уверен в этом.
Ага. Оно сработало. Теперь опускаем, и у меня получается, что... Повозка останется висеть. Магия. Получилось. Нужно лишь немного огня. Я думал, она там появляется. Тут, оказывается, целый, блин, ящик. Да на, получи. Там огонь просто в воздухе витает нормально. Наверное, в конце концов, рабочим все это надоело. Ну, судя по документам, да, это надоело. Так, ну я это на выходе сделаю. А на чем она вообще? Она же не на колесиках. Ну да, офигеть. Они ее прям с камнем тащили внизу. Могли бы и отколоть. Но за все это время они не догадались ее открыть. Древняя рукопись. Философское рассуждение о достоинствах познания. Ясные глаза. Все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются. Ладно, неплохо. Я не против такого. Столько повреждений. От неумелых раскопок и до обрушения. Наверняка это связано с пророком. Наверное, сначала они пробились в эту шахту. Возможно, она ведет наружу. Да, но она идет наружу, потому что это должен быть быстрый выход. Ну, кстати, согласитесь, два ледоруба очень полезные. То есть для Лары в первой части было очень сложно одним пользоваться. Она как бы лазила, да, с одной стороны, но там было, блин, это настолько сложно. Представьте, вы одной рукой просто держитесь. Одной. И ногами еще упираетесь во что-то. А левая рука, она, получается, бесполезная была. Она просто там пыталась как-то за какие-то куски камня держаться, но там это мало было полезно. Мало в этом было смысла, скажем так. Ну, ничего, классная гробница, мне понравилась. Да, кстати, вроде последняя гробница вообще в этой локации. Да, гробница 3 из 3, задание я завершу, испытания, ну, пока нет. Несгораемые ящики, понятия не имею, где еще, склепы не находил. А, реликвии, кстати, вот эти последние три остались. 4. Документы 6, но документы... Понятия не имею, где, если честно. Но я думаю, что найду. Вот, фрески. То есть у меня всего осталось немного, да, с одной стороны. Но я понятия не имею, где это находится. Но я думаю, что как самая большая территория на карте, она, в принципе, достойна того. Я очень много собрал. То есть, фактически, я мог просто все это дело игнорировать, я бы очень много потерял. Информация, какие-то интересные локации. Этого бы не было просто. А так я нормально бегаю. И неплохо прям. Я ресурсы нахожу полезные. Монеты. Которые мне там для оружия нужны. Мало, правда, помогает, но... Почему бы и нет. Там реально мало помогает. То есть, получается, что... Я как бы собираю монеты, но у него там настолько все дорого. У него реально очень дорогие там вещи. То есть я могу там купить дробовик, но он стоит денег. Так, вот, ну все, мы вышли. Господи, наконец-то. Классная вообще была гробница. Ну, получше предыдущей точно. Это что такое? Чё за бред? Не-не-не, слушайте, если меня сейчас реально эта игра заставит, типа, иди... Не-не-не. Горящая преграда, ну да, это мы сейчас все сделаем. По
Понятное дело, а где бутылки-то? А вот этому не бутылка? Нет, там верёвка? Нет. Ну вот как бы бутылка, да? Но я вообще сейчас ее немного не на то потрачу. Я хочу сюда, там реликвия. Тут просто бутылок. Вот там еще одна, потому что тут что была бутылка. Нормально все. Допусти меня, огонь в воздухе летает. А, и сейчас еще плакат надо будет сжечь. Стандартный советский армейский жетон. Выбито имя Юрия Равдоникиса. Хм. На обратной стороне выбито слово «осужденный». Я ничего не буду говорить. Меня это бесит. Вы понимаете, что эту игру как бы русские локализировали? Они имеют право. То есть вот, серьезно. Просто, понимаете, я думаю, что у локализаторов было право поменять некоторые слова, потому что, ну... Потому что как бы в игре по модельке, да, по модельке было реально написано там, допустим, «осужденный». То есть там получается осужденный это... Ну, то это может быть как бы Dishonored, но... Ну, это, в принципе, мало важно. Просто прикол в том, что они могли, имели право поменять реально фразу, то есть и все-таки написать там заключенный, сказать заключенный, нет, они сказали так, как это, блин, сделали разработчики. Разработчики могут неправильно сказать, они русского не знают. Просто реально, ну слово, ну вот, ну реально ведь неправильно написано. Вот реально неправильно. Но почему вот не взять, как мне это уничтожить? Почему бы, например, не взять и не поменять реально слово? В чем проблема? Чтобы не жаловались, что она неправильно от оригинала переведена. Ну, извините, там написано правильное слово. Нет, осужденный. Так, мне вообще... Туда хочу, внутрь. Но вот это туда внутрь, это как-то надо по-другому попадать. А, это вот так вот. Подожди, стоп. Ну да. Еще одна советская табличка. Третий нет. Блин, там чуть-чуть осталось. Еще какой-нибудь документ найду. Или реликвию, да? И все. И по идее, мне уже должны до третьей. Я смогу тот монолит изучить. И это будет карта, как я понимаю, вообще всего района этого или как? Это карта будет. Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров. Да логика-то зашкаливает. Я не очень понимаю, почему у меня так много меток Бабы-Яги сейчас. А возьми. Так, сейчас сюда вниз спустимся. Я думаю, я возьму реликвию. Да ладно. Нет. Вот это тупо было сейчас. Это реально тупо было. Нахер я это сделал, кто знает. Я, ну как бы, я думал, это другое место куда-то ведет. Сейчас обратно залезать будем. Офигеть. Блин. Слушайте, это сейчас развод был небольшой такой. Я такого не ожидал. Подожди, ну получается я тогда не могу проникнуть вниз. Чтобы туда попасть, что нужно, чтобы вот сломать вот ту, блин, там пол надо сломать. Чем? Дробовиком как вариант, но у меня нет дробовика. У меня нет дробовика.
Так, ну ладно, я думаю, что на этом пока что с вами закончим, потому что время как бы немножко поджимает. В следующей серии мы с вами продолжим. Уже сюжет, я думаю, только будет проходиться, потому что я собрал охренительное количество всего. Реликвий осталось всего две, то есть вот это и вот там вот еще будет. Вот, потом, я думаю, сюда вернемся, когда уже пройдем какой-то вот этот момент сюжетки. Вот, ну а если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.